Из объяснительной Вали. 5 августа. 10 часов утра. Пришел Крыся. Сказал, что они намокли и замерзают. Шел снег. Ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. В сторону долины Снежной. Прошли метров 10, стал падать Крысин. Пытались поднимать, он падал снова. Возле него осталась Коровина, остальным дала команду спускаться вниз, но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кого-нибудь. Таня достала тент, и остальные накрылись им. Я поднялась Коровиной, глаза у Саши были огромные, безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я повернулась к той, она меня укусила. Я дотащила ее до остальных. Татьяна стала белой головой, биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла Коровина, и та не дышала. Пыталась поднять Тимура. Когда убедилась, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник, укрылась тентом. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику, выше Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес.